Здорово, народ. С вами ленивая жопа. И, собственно, тут, так как до меня все доходит с опозданием, то давно уже вышло Outlast 2. Ну, демо. И, конечно же, я не знал об этом. И, конечно, первым делом должны показать какие-то буквы. Много букв. Не хочется буквы читать. Картинки лучше глядеть. Какие буквы? Буквы? Для кого буквы эти пишут? О, the fuck? Кто его ебёт? Fuck. О, слышите эти звуки? Я использовал... Это бесплатные звуки из бесплатной библиотеки звуков. Вот эти вот. Типа самолёте. Для этого видоса, который лям набрал. Миллион. Про самолет. А, не, не он. Не помню же, чё. Outlast. Outlast 2. Окей. Так. Слышу шаги. Походу, Эмеральд озвучивает это. Мэн? Он потерял шампунь? Знаете, есть, типа, for man шампунь. Окей, в поисках шампуня, понятно. Ебать, я чё, в Uncharted 4 попал? Ебать, чё тут так... Так, мне нужно больше графона. Давай. Да давай уже, чё смотришь? О. Ура. Получил я свой графон. Камера. Да, конечно, камера вообще без царапинки даже, да? Вот в первом Outlast, когда мы ебанулись, помню, в эту... С высоты той, то у нас она треснула. Ну-ка. Тарнунд, никт визион, пресс-эф, хен ю... Чё, блядь? Чё? Клик, чё? Ну, клик. Лин! Ух ты, кактус, смотрите. Ну-ка. О, лолом бить умеет. Чё-то какой-то плохой кактус. Ебать, чё он меня отталкивает? Какие-то все в этой игре, блядь. Отталкивающие. Лол, блядь. Меня кактус убил. Охуенно. Окей. Понятно. Раз туда же кактусы опасны, то что будет, если подойти к той мельнице? Блять. Ну-ка нахуй полезли обратно наверх туда. Давай. Так, как там ночное видение включать? Я забыл уже. Как ночное видение включать? Ну ладно. Понятно, так. Спейсбар. Я бы не догадался без этой херни. Не, на самом деле графика тут вообще охерительная. Hello? Эй. I'm lost. Я потерялся. Я джем. Я фруктовый джем. Джемд. Что такое джемд? Не знаю. Ну ебани с ноги туда, выбей дверь не... Что это? Какое-то ведро с дерьмом. Говорю же, пошли обратно. Нет, блять. Так, а тут чё? Бочечка. Мельница. Вот нахуй тут мельница вообще нужна? Вот чё, вот смысл она крутится туда? Кактусы, что ли? А! Чё, блядь? Да ёбаные кактусы, блядь! Пиздец, блядь, ёбаный. Вот нахуй вообще разработчики сделали, чтобы об кактусы можно убиваться было, блядь? Понимаю, в этой игре, блядь, только, походу, только кактусы и есть, да? Тут главный монстр — это эти кактусы ёбаные. Все ясно. Я играю в хоррор... Хоррор про кактусы. Песчаная буря. Так, нет, к вам я, ребята, не пойду. Вы слишком опасны. А это чё? Ух ты, смотрите. Какая-то колючка. Ага, иди нахуй, понятно, все с тобой. Колючки по... понавырастали тут. Да-да, пари тут еще. Вот я бы себя вообще тихо вел, как мышка. Как шишка. А, блядь. Надо еще шуметь по-тихому. Че, блядь? Она открылась, нет? Да. Понятно, ну так как оригинальная, вот ласт. Кто-то там головой об дверь ебнулся.
Ну нахер. Закрой. Блять, надо еще вот. Давай потопаем, блять, еще. Поползаем, блять. Че это? Пошумим еще об этой хуйне, блять. Да закрой ты, ёпта. Да, с таким же, блять. Взорви еще петарду тут. Здравствуй. Ты кто? Эй, куда съебываешь? Иди сюда. Ты охуел. Пошел нахуй тогда. Что там? Похуй еще кто. О, ты кто? Эй, бля, иди сюда, ёпта. Ты кто по жизни? Блять, сейчас со спины кто-то подойдет, выебет меня еще. Угу, иди нахуй. Хм. Эй, ты, блять! Убежал, говно роняя, а? Эй, ты, сука! А чё у вас тут происходит, зеленый слоник какой-то? Да, шкафом еще надо забаррикадироваться. О, нахуй, спрячусь. В Нарнию нахуй. Что там пердит? Скрипит, пердит. Ну я в хоррор не игрался, мне уже вообще нихуя не страшно, блять. Это просто как галимое, вот это вот. Outlast, я просто вот... R to reload batteries, давай. Я так воткнул, как, знаете, дробовик заряжают. А, давайте. Ой, ёбаный. Ладно, я немножко погорячился. Я без вашей санной подсказки туда зашел. Самба со самба. Радио, может быть, еще включим, да, так? И вот так... Бум, так захлопнем с таким звуком, блядь. Ладно. Хм, что же у нас тут про... Ёбаный. Кто наш герой такой, что может пролезть вот в такую маленькую дырочку? Ебаться в жопу. Заиграла зловещая музыка. Надо все это записать. Кресты на дороге. Блять. Как Слендери, знаете, вот. Я как будто попал сейчас Слендер заэривал, знаете. Сатана и не Калде. Типа, сатана, иди нахуй. Ладно. Блять, и именно надо в этот ебаный подвал спускаться, да? Ясно. Понятно. Хм, красиво. Чё ты рукой машешь, блядь? А! Ну знаете, я когда срал в сельском толчке, да, на даче у себя, то... Хм, красиво. То я также от мух махался. Также, знаете, машешь рукой, они отлетают так, пока срёшь сидишь. Так, чё? О, коняшка, давайте на неё запрыгнем сверху. У нас же герой вообще умственно отстал. Да-да, иди нахуй, я на коняшку хочу. Во. Все, поехали, коняшка. Блять. Во! Поехали! Игага! Кач! Кач! Нах еще играть в хоррор, когда тут есть вот такая вот милая коняшка, на которой можно покататься. Кому это надо, блять? На коняшку прыг, скок. Колодец, блять, разговаривает. Ёбаные щипцы. Что это за хуйня? Тентакли ёбаные. Чё за пиздец, блин. Ну-ка обратно меня достал. Уёбина. А, он, наверное, разозлился, то, что я харкнул туда. Давай, перезаряди, перезаряди батарею. Блять, батарейки садятся. Какая-то китайская камера, блять. Смысл я ползу по этой хуйне? Вот ему вот не больно вот по вот этим вот ползать вот этим вот пузом, блядь, на них. Ой, блядь. Куда я попал? В Outlast? Чё за хуйня? Ой, блядь, как светло.
Ну вот смотрите, чуваки, короче, я веду прямой репортаж из этой хуйни. Только что обвалилась эта хуйня. Так, тут ёбаная батарейка. Специально для меня оставили, знали, что я приду. Розетка. У кого-нибудь есть вилка? Я хочу отсюда съебаться. Ладно. Вилки нет. Но... Хоть пойми, что говоришь. Давай еще подергаем. Джемт, блять. Не хочет больше дергать. Ладно, давайте запишем дальше наш влог. Бля, ебаный. Огнетушитель, давай, сейчас ёбнуем по голове. Как монструме. Понятно. Так, что у нас здесь? Ага, там кто-то был. Выходи, сука. Ага, пошел нахуй. Джессика? And Lynn. Джессика? Чё это? И нахуй мне играть сейчас? Чё это за еди? Походу, Джессика какая-то ебанутая была, раз единорогов рисовала каких-то, блядь. Закрывай нахуй. Смотрите, это мои дочки, да, или... Ёбаный. К заднице моей ай пристраивается, сука. Педофил, ёбаный. Ну-ка, пошёл нахуй. Чё тебе... Да, пошел в пизду, я пошел нахуй. Можешь мне вместе с ним поиграть? Видимо, этот призрак когда-то был барабанщиком. И играл в какой-то группе, не знаю. Группе дебилов ебаных. А, у меня уже экран шатается, как будто я ебнул вискарика. И знаете, вот когда вот идете, хочется сблевануть, да? И тут ручка такая, чу-чу-чу, блять, не открывается, занято нахуй. Блять, куда бежать-то нахуй? Блевать охота! Вот так же. Ай, блять, открой, а там занято. Блять, куда. Все видели эту хуйню? Знаете, пидора в лицо. Честно, блять, так и знал, что хуйня, ёбаная. Да, блять, откройте, уёбки. Бля, это какой-то монстр был, знаете, из этого? Опа, проход. Блять, походу, наш герой объебался грибами и теперь ходит по своему офису. Понятно с ним. Джессика. Эй, хуесика. Да ёбаный телевизор. О, God. Yes. А, пиздец. Ой, тебя повесили. Да, пошла нахуй. Fuck. Fuck. Понятно. Ты охуел? Иди сюда, чё тебе пизды дам. Пошел нахуй, ёбок. Блядь, где моя камера, нахуй? А, во. Ты кто, нахуй? Пошел в пизду. Так, чё у нас тут вообще есть? Ой, блядь, не сюда. Бля, не туда побежал, да? Чё, у меня астма, что ли, ёпта? Забирай эту хуйню, пошли. Все, я спрятался от меня, да? Знаете, пидоры в лицо, вот. Стоп хам, блядь. Шок на... На шаверма патруль напали. Перцовым баллончиком ёбнули в лицо. Теперь ищу молоко. Так, что тут вообще есть? Как мне съебаться от него? Блять, какой-то
некультурный, сука. Подошел такой я к нему. Такой, решил помощи узнать, блять, не знаю, дать отвар из, не знаю, хуйни какой-то против грибов, а то объебался грибами, бегаю теперь под галюнами. Куда бежать вообще, блять? Бегаю под галюнами. Ой, блядь, нахуй иди. До свидания, ёпта. Аривидерчи, ты кто? Чё надо, сука, пошёл нахуй. Стоп-хам, блядь! Съёбываем! Пацаны нас палили, съёбываем! Бля, ёпта, с вилами пидоры какие-то. Идите вы нахуй! Как оборачиваться? Вот так? Вон, бегут у ёбки, смотрите. Бля, ёпта! Сука, опять очки слетели. Ну одень же ты их обратно. Чё надо? Ой, бля. Ой, бля. Бедная моя пипирка. Феминистка ёбаная. Ебанутая, блядь. Короче, вот такая вот демка. Вообще нихуя не страшная игра, блядь. Как всегда, 9 из 10, блядь. Потому что мне оторвали пипирку феминистки. Вообще, даю 9 из 10, потому что в этой игре есть феминистки, которые борются за права женщин. И она полюбаться сейчас придет к тем чувакам и всем им отрубит яйца. И повесит куда-нибудь над камином у себя. Итог. Эта игра нас учит тому, что феминистки все плохие. Суки ёбаные. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока. И да, я не умер. Я всегда жив. Я всегда читаю комменты.